особые дети не случайно приходят в наш мир. Дети учат нас многому – состраданию, мужеству, силе духа. Самым тяжелым в воспитании ребенка является непонимание окружающих, косые взгляды, насмешки, непонятные слова. А вы его бить не пробовали? Но на нашей планете живут еще добрые и отзывчивые люди. Многое начинается с самих родителей, которые комплексуют, что их детки отличаются от других. Начать нужно с себя, быть более открытым, ничего не бояться, где-то даже дерзким. Вот эти все 30 рассказов об этих особенных детях, они легли в основу книги. Книги «Мой особый ребенок» и «Я рецепты счастья». Потому что на самом деле семьи, в которых воспитываются дети с особенностями, они счастливые по сути. Потому что любые родители, они любят своего ребенка. И они радуются каждому его достижению, каждому успеху. И вот этими рецептами они как раз делятся на страницах своих рассказов. Наталья Леонидовна вывесила объявление, что каждый родитель должен каждый родитель должен написать статью о своем ребенке для издания книжки. Первая книжечка такая была тоненькая, там еще пробный такой пилотный экземпляр был. Вот. Там, наверное, нас человек 6 написало всего статьи о своих детях. Вот. И потом уже вот это дополнение пошло, вот, уже прибавились по мере поступления, уже все. И вот это накопилось на эту книжечку. Мы радовались, когда сыну назначили домашнее обучение, которое прервалось в Омске, потому что медико-педагогическая комиссия оказалась более жестокой по отношению к нашему ребенку. То, что решили корифеи педагогики и медицины, нас не испугало. Так, хорошо, молодцы. Антоша, собирай. Так, сейчас будем пробовать то, что мы с вами делали давно когда-то. Цель вот всего, что было задумано, это как раз помочь тем, кто сомневается, брать ли ребенка на воспитание в семью, когда выяснилось, что у ребенка особые потребности, да, или особенности в здоровье. А для тех, кто не знает, какие перспективы ждут ребенка в будущем, чем может ребенок заняться в жизни, да, какие возможные вообще пути развития. Может быть, это будет спорт, а может быть, это будет музыка. То есть у разных детей разные достижения. Вот как раз рассказы, они помогают именно таким родителям. В первую очередь, это, конечно, родители, которые недавно стали особенными родителями, которые, наверное, борются внутри вот с такими чувствами, даже не то, чтобы оставить, не оставить, а вообще вот ребенок, когда рождается, да, это такое маленькое чудо, благодатное такое время, когда он младенец. И у меня, вот я себя за это виню, у меня ушло, наверное, месяца 3 или 4, может быть, даже больше, когда хочется, когда нужно ребенка, да, обнимать, целовать, тискать. У меня это время ушло на слезы, на переживания, на какие-то вот такие негативные эмоции. И хотелось бы, чтобы все родители смотрели не на диагноз, а за него, на ребенка. Потому что любой ребенок, он достоин быть любимым, счастливым. Надо научиться вести себя в обществе. Ни в коем случае нельзя стесняться особого ребенка, прятать его от людей. Нужно смело посещать с ним магазины, парки. Это такой же ребенок, как и все.
имеет право гулять, играть, смотреть на мир своим особым взглядом. У меня когда родился ребенок, я в тот же день, ну буквально в тот же день или на следующий написала два стихотворения. Как-то у меня вот пошло это, вот захотелось написать. И вот буквально там за 5-10 минут у меня пошли эти стихи. И потом я стала писать рассказы. А как раз был день, когда мы готовились к дню рождения младшего ребенка Семена. Вот. Ну и за, наверное, минут 5-10 я его вот быстренько, просто то, что у меня было вот в голове, вот здесь и сейчас, я это просто взяла и написала. Это ощущение вот того дня, это, наверное, способ, не то что дидактический материал, да, то есть я просто описала один день из жизни нашей семьи. Этот день, он ничем не отличается от жизни какой-то другой семьи. Это обычный день. Дети общаются, дети готовятся к празднику. Ну вот обычный день, совершенно обычный. Теплый майский день. Семен сидит в песочнице во дворе и ловит совочка муравья, чтобы заселить его в только что сооруженный песочный дом. Ветер ласково тормошит отросшие рыжеватые волосики. «Семен, что тебе подарит на день рождения?» – спрашиваю я. «Подарок», – отвечает наш именинник. «Какой подарок?» – хочу уточнить я. «Тортик и шарик», – уточняет. «Какой шарик?» «Белый-белый». Вот уж не знаю, почему, но Сёма очень любит белый цвет. Для меня белый цвет означает что-то легкое, чистое и воздушное. Ну, всё, давай, красота моя, всё. Здравствуйте, мои хорошие, вот. Так, начинаем сегодня с вами. Мы, как обычно, с небольшой разминки. Ручки свободно, ножки на ширине плеч. Вращаем головкой. Вправо, влево, потихонечку так. Плечи, ручки. Ручки стряхнули, свободные. Не напрягаем, свободные ручки. Зачастую такие родители остаются одни, некоторые стесняются показать своего ребенка. Они остаются в своем кругу, как бы замыкаются, и никуда из дома, из своей семьи не выходят и не выносят это. А я вот лично написал, что мы закрывали на все глаза. Если он начал, вот он начал, он у нас бегал по всему городку. Мы знали, что он огорожен, что он никуда не уйдет. Вот. Но он, когда маленький был, он играл наравне с детьми, которые во дворе. Мы тогда, в то время, не сталкивались. Такого не было. И очень редкие эти заболевания были, потому что 30 лет назад это практически очень редко было. Хотя они были, но мы о них не знали. Вот. Поэтому я вот на своем опыте хотел поделиться со всеми, что не надо опускать руки. Родился человек, начинаешь плакать, там, в отчаяние впадать. Родился человек, даже с синдромом Дауна, он, это прежде всего нормальный ребенок родился, со своими особенностями. Настя – ребенок особенный, и главная ее особенность в том, что она научила нас быть сильнее. Благодаря Настеньке наша семья дружная и сплоченная. Моя жизнь, она началась. Вот я нисколько не лукавлю, если скажу, что мой ребенок изменил мою жизнь к лучшему. У меня появились новые друзья, вот именно настоящие друзья. У меня появилась работа, любимая работа. Конечно, дети, они разные. Есть дети, очень тяжелые дети, с тяжелой сочетанной патологией. Когда мамочка просто, она вот круглые сутки к этому ребенку привязана. Ну, ситуации всякие. У меня ребенок с синдромом Дауна, и, в общем-то, мне это не мешает жить. Это ему не мешает жить. Он ходит в садик, он общается, он разговаривает, у него неплохое развитие, брат его очень любит, они вместе играют. Я не скажу, что моя жизнь как-то вот прям вот раз изменилась и пошла куда-то под откос с рождением такого ребенка. Нет. Вот, хорошо. Плечи опущены. Поворачиваем. Вот, вправо, влево.
Показывайте себя, какие вы хорошие. Вот такой, я скажу, вот такой, вот такой. Хорошо, молодцы. Давайте, Максим, ладошками со мной. Со мной. 6, молодцы, Сашенька. 7, ножку выше. 8, 9, 10, молодцы. Мой рассказ очень подробный был в первом издании. То есть это третья книга, которую мы выпустили. Первая вышла в 2009 году, и в основу той книги лег, собственно говоря, дневник моего ребенка. Она, считаю, для всех родителей, не только у которых особые дети, там дети-инвалиды, там по другой болезни. Я бы всем родителям порекомендовал. Порекомендовал бы еще и воспитателям детских садов, потому что она все-таки, там отражен жизненный опыт в этой книжечке. Почему? Потому что каждый родитель прошел какие-то определенные этапы. Но, судя по тем статьям, которые вот в этой книге, никто из родителей не опустил руки и продолжает бороться за своего ребенка, хотя уже многие дети выросли, так же, как мой ребенок. Моя история как педагога по физкультуре вот в этом центре началась, наверное, с рождения моего ребенка младшего, Семена. Вот. Когда он родился, ну, для меня это было неожиданностью такой, не скажу, что приятной, но вот пришлось это пережить, и я стала искать пути. И вот вышла на, тогда еще называлась «Даун-синдром Омск» организация, мишень Наталья Леонидовна. И она нас взяла в программу ранней помощи. То есть такая программа, когда педагог приезжает на дом к малышам там, до полутора, до двух лет, и каждый месяц смотрит, как развивается, дает какие-то рекомендации свои. И вот я вот так познакомилась с этим центром. У нас очень дружеская атмосфера, у нас педагоги все не просто педагоги, а они тоже мамы, тоже особые мамы. У нас так подобралось, весь коллектив пришел сюда, вот именно что, имея таких ребятишек, познакомились как-то, объединились, и кто-то работает дефектологом, кто-то работает педагогом, кто-то работает песочной терапией, занимается с ребятишками, поэтому мы все, ну, скажем так, в теме. Все друг друга понимаем. Вот ты. Кепки. Умница. Сашуля. Давай, котенок. Давай, глазки закрывай. Давай вместе. Часть книг, пятая часть книг осталась у нас в организации. Ну, для тех, кто вновь приходит как раз, да, и тех, кто сомневается. По 100 экземпляров получили библиотеки городские, то есть они разойдутся по библиотекам, хотя бы там по 1-2 экземпляра будут в библиотеке. Министерство труда, соответственно, Министерство здравоохранения, Министерство образования, педуниверситет, медико-генетическая консультация и Бюро медико-социальной экспертизы. То есть там, где как раз вот родители сталкиваются с тем, что они приходят туда с особыми детьми, и там они получают и консультативную помощь, и могут получить именно вот такую вдохновляющую поддержку, собственно говоря. Радоваться своему ребенку надо всегда, каким бы он ни был, всегда целовать, обнимать его. Как известно, связь матери и ребенка существует всегда, а у особых детей она наиболее развита, поэтому каждое утро и каждый вечер у нас в семье существует ритуал объятий и поцелуев.